Всем привет! Я Вита, вы на канале Дащеньки. На канале есть ролик «Томаты, посаженные 28 июня». Дохлыми, страшными, перемученными. Вот сегодня, 17 августа, это получается где-то месяц и 3 недели. И вот показываю, как они у меня выросли. Вот такие вот огромные заросли. Высота стенки 2 метра. Уже практически некоторые упираются в потолок. Ну, понятно, перемученные, поздно посаженные. Вот они у меня массово цветут. Вот где-то завязывается. Вот это гераниум кис. Вот там кисточка, я вижу. Но в основном все в цвету. Есть, конечно, томатики, некоторые сорта очень хорошо себя показывают. Вот посмотрите, 2 метра уже. Это вот из тех желтых, страшных, перемученных, дохлых. Ну, что-то будет. Что-то будет. Где-то томатики завязываются. Ну, их пока, к сожалению, не очень много. Вот смотрю, мне нравится, как у меня тут завязывается сердце Ашхабада. Вот первый год я выращиваю, ну вот помидорки вяжутся, не очень много, но есть. Так, потом, что еще? Сердце Дездемоны. Вот здесь, по-моему, мисс Фарье. Ну, что-то там 4 помидорки. Что-то, конечно, будет. Все зависит от осени, какая она будет. Если будет солнечная, то, конечно, что-то я с этого получу. Но опять не успеваю подвязывать, не успеваю стричь. Вот такие вот огромные, зеленые, пока что еще не болеющие. Вот такие вот у меня получились томаты. Поняла, что на следующий год буду выращивать совсем по-другому. У меня до этого была пленочная теплица. Сейчас агросфера прямостенная. Очень хорошее проветривание. Метровые двери. Она получается очень высокая теплица. Где-то 2,5 метра. И 3 вот таких вот огромных 60 на метр окна с каждой стороны. Теплица у меня 10 метров. Просто чудесное проветривание, очень хорошее. Растение себя чувствует даже слишком хорошо, потому что вымахали огромные. У меня в пленочной теплице, ну, были, конечно, такие, да, но в основном они были гораздо ниже. Вот такие у меня сегодня томатики. Все уже собирают урожай, все закатывают, все лакомятся вкусными помидорками. Ну, а у меня вот так. Так что пожелайте мне удачи. Что из этого вырастет, обязательно покажу. Всем пока и хороших урожаев!